Всем привет! Всех очень рада видеть. Сегодня, видите, как у нас с вами обзор просто на коленке. Ну, я и так не мастер обзоров, поэтому, честно скажу, снимаю как могу. И сегодня мы будем... Да я уже делаю. Куда я дела? Где она? Так, коробочку я нашла. Коробочка вот такая. Маленькая. Я даже удивилась. Я думала, она будет гораздо больше. В ней ничего такого особенного не было, кроме инструкции, там вот самого, ну, контроллера. Вот это вот была зарядка. Какая она там? Type-C? Да. И, естественно, контроллер. Вообще, контроллер этот выпускается, я так поняла, в двух цветах. Я взяла сиреневый с желтым. Не знаю, почему я хотела сначала зеленый с голубым, потом что-то подумала, что вроде как вот это тоже неплохо смотрится, особенно с учетом того, что у меня есть контроллеры таких же цветов. Я думала, что будет немножечко другой корпус, думала, что будет материал, наверное, какой-то другой. Сделано неплохо. Лучше, чем могло быть, прям 100%. И самое главное, что очень удобно на руке. То есть, если я вот сейчас сниму свои часы и захочу подключить, ну, то есть надеть, они прям удобны. Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста. Только что я была в Apple Watch, и вот сейчас у меня вот этот вот браслет для игры в Just Dance. Подключать будем сейчас к моему Nintendo Switch, поэтому, не знаю, я-то сама уже его подключила, наверное, весь процесс, ну, наверное, нет смысла показывать, вы, мне кажется, все уже пробовали подключать обычные джойконы, подключается так же, как простой джойкон дополнительно, да, то есть при помощи функции добавить новый контроллер. Так, мы заходим сейчас с вами в настройки Nintendo Switch, контроллеры. И как видите, сейчас у нас показывают два контроллера. Один у нас, собственно говоря, на зарядке, а второй у меня здесь в руке. Но у нас есть еще часы. Значит, что просит сделать разработчик этого девайса? Сейчас я их сниму. Он просит зажать... Там это все написано, естественно, в инструкции. Так, сейчас я своими ногтями сниму браслет. Можно, пожалуйста, снять? Спасибо. Здесь есть кнопочка, которая называется плюсик. Нужно 3 секундочки подержать. Начинает мигать зеленая лампочка. Сейчас мы куда-нибудь сюда поближе, наверное, к свечу поднесем. Зеленая лампочка обозначает... Ой, вышла вот туда. Вот. Зеленая лампочка обозначает... Вот. Вот, он уже нашелся, отлично. Обозначает, что начинается поиск. И теперь он просит, чтобы мы с вами нажали 2 кнопки. В данном случае это будут 2 кнопки X и... она какая-то как стрелочка, это, наверное, как А они пытались такую нарисовать. То есть это 2 желтые кнопки. И тоже нужно нажать. Все. Вот наш прекраснейший... Да, джойкон, он у нас с вами, сейчас посмотрю, так, это он, каким я могу управлять, о, отлично, ничего себе, все, он уже стал главным. Сейчас мы с вами зайдем в игру и посмотрим, как все это дело будет скориться, то есть, в принципе, соединение этого контроллера происходит за считанные секунды, это я просто еще сейчас сделаю здесь запись вам, ну и, конечно же, мои ногти, длиннющие ногти. Запускаем прекрасную игру, нашу самую любимую, Just Dance, все танцуйте обязательно, играйте, в общем, знаете. Так, ждем загрузку. Я, кстати, ребят, только что поняла, что нужно нажать было не на желтенькие 2 кнопочки, а на YX. То есть нажимаем на них, тогда синхронизация проходит верно. И сейчас мы с вами вернемся в Just Dance.
На самом деле очень непривычно, потому что здесь кнопка ввода по факту получается даже не буква, а она здесь меняется периодически. Но у нас, видите, все работает. Так, о, Леди Баг, да, суперкотом. Класс. Так, теперь мы сейчас выберем какую-нибудь песню. Я ее сразу скажу, не буду танцевать, потому что, ну, чтобы всякие авторские права, все дела, понимаете. Так, 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 сейчас что-нибудь, что-нибудь мы выберем. Пускай будет с кошкой. В любом случае, это все супер удобно работает, все загружается. А я сейчас. Хотя, может, я не знаю, может быть, я и попробую станцевать. Посмотрите просто, как. Громко как? Ну давайте посмотрим. Ау, у меня тут, ну, почти 13 тысяч. Та-дам. Не стала я вам камеру включать, потому что, здесь, видите, она вниз. Вы меня не увидели бы. Нормально. Почти 13 тысяч, не напрягаясь абсолютно. Там я где-то спотыкалась об кресло, наступала на стол, который сзади. Короче, ну, понимаете, да? Короче, ребят. Что я могу вам сказать вот про это? Я даже не знаю, как полегче так выразиться, чтобы, ну, понимаете, да, у нас разного возраста аудитория. Итак, ребят, скажу вам, что это имба.
Я давно не встречала таких крутых штук. И я обязательно скину ссылочку под стримом. Вот она там будет, помимо ссылочки на мои телеграм-каналы про Just Dance, про мою личную жизнь и про все остальное. Еще будет ссылочка на товар на Алиэкспрессе. Вот это вот супер штука. Супер штука. Вот эта супер штука мне досталась за 2500 рублей. И для меня, как для человека, который проводит мероприятия по Just Dance, это не только девайс для скоринга, но еще и свободная рука в одной микрофон. Это на руке. И у меня есть еще целая рука. Понимаете? Короче, это удобно, это клево. Скорит, зашибись. Извините. Всем рекомендую. Так что буду ждать вас на мероприятиях уже с такими штуками, потому что, ребят, конечно, это удобно. Это удобно, это классно. Ну и, как вы поняли, он, правда, на полной сейчас зарядке, может быть, конечно, он начинает хуже скорить, если вдруг меньше аккумулятор у него заряжен. Но на данный момент это просто невероятная штука. Я очень рада, что она у меня появилась. И надеюсь, что вам понравился обзор. А теперь подпишитесь, давайте, на мои каналы. Там Телеграм, там вот тут, там Ютуб, тут Твич, там ВК Плей, все дела. Приходите на мероприятие. Я вас люблю, всегда жду. И что, будем танцевать? Вы у меня самые классные. Я, кстати, специально разодрала себе подбородок посильнее перед видео. Так что все как обычно. Давайте. Жду ваших мнений, комментариев, подписок, лайков. С вами была я, ваша Space Mita. Да, действительно, будем танцевать с новыми штуками уже. И 12 августа жду вас в Лужниках, потому что мы будем танцевать на главной сцене. И самое главное после главной сцены будет первый в истории женский турнир по Just Dance в Москве. Та-дам! Я свою мечту воплотила в жизнь. Ну, для ребят там тоже будет турнир. Просто, наконец-таки, будут мальчики танцевать отдельно от девочек. Это очень клево. Я, вы знаете, да, с первого дня за это топлю. В общем, всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в субботу на стримах. Я вас люблю. Будем танцевать.